Всем привет! И вот завершающий этап ремонта казанки пятой. Это задний рундук диван. Пришлось все переделать. Так, ну для начала вот сделал каркас. Уже почти сделал. Уголок 30 на 30, стенка двойка. Вот таким образом. Здесь я, получается, прорезал вот эту стойку, которая идет в нее, вставил уголок, и он здесь лежит уже на этом уголке. Это боковой. Здесь вот эта крышка, уже туда вставил, ее здесь приклепал. Ну и сейчас здесь еще приклепаю также. И с этой стороны. То есть вот так вот все выглядит. Ложится, и уже сверху будет ложиться сюда сиденье. Вот и готов диванчик задний. Вот так вот получается у него сиденье поднимается, и вот так спинка. Конечно, здесь можно сделать уже и мягкие накладки какие-то, вот, что на сиденье, что на спинку. Но передо мной такой задачи не стояло. Вот все, что надо было, я сделал. Кому полезно было видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.